Перед вами кабинет дантиста, умопомрачительный антураж. Пациент бывает голосистым, если доктор входит в раж. Располагайтесь на сиденье, совершите разворот, чтобы себе доктор сделал мнение, с той стороны откройте рот. А держаться вот за эти скобы, если врачу хватит вас за зуб. Вдруг в присядку не пошли вы, чтобы, а иначе доктор будет груб. Желтизну почистим мы карбидом лечим даже геморрой. Иногда клиент выходит инвалидом, это приключается порой. За лечение деньги вы отдайте, вы не упустите этот эпизод. И скоропалительно вы не убегайте, ваши зубы наш доход.